Разрушенные балконы, поврежденные машины и проломленная крыша. Башенный кран упал на жилой девятиэтажный дом на улице Ленина, 188/4. ЧП произошло около 6 часов вечера 26 мая. Очевидцы из соседнего дома успели снять момент падения 20-метровой конструкции. К месту происшествия сразу съехались все спецслужбы, ведь в доме проживает около 250 человек. При падении кран разрушил балкон из 9 по 1 этаж, повредил 7 машин. Также по предварительной оценке специалистов, у дома проломилась крыша в 4 местах. В некоторых квартирах выбило стекла. По счастливой случайности погибших и пострадавших нет. На некоторое время жильцов секции, которую задел кран, эвакуировали. После того, как специалисты МЧС провели осмотр квартир, людям разрешили вернуться в дом. Правда, многие боялись возвращаться. Я стояла у окна, разговаривала по телефону с мужем. В это время я увидела, что там у крана внизу, вот где он около основания, что-то заискрилось. В следующий момент я смотрю, он уже падает на дом. То есть потом грохот, все полетело, то есть у меня просто шок. Крики, визги, грохот, все летит. Я захватала кота и побежала вниз из дома.